Шановні українці, уважаемые украинцы, в 11:45 Российская Федерация начала обстрел города Волновахи с тяжелого вооружения. Как вы знаете, с 9 часов утра 5 марта у нас была договоренность о том, что мы создадим два гуманитарных коридора – Волноваха и Мариуполь. Я констатирую тот факт, что Россия нарушила договоренности даже при посредничестве Красного Креста и не сдержала взятые на себя обязательства и обстреливает город Волноваха. Также в направлении Мариуполь-Запорожье ведутся бои в районе населенных пунктов Пологая-Орехово, которые делают невозможным движение колонны из Мариуполя в Запорожье. Мы обращаемся к российской стороне прекратить обстрелы, вернуть режим прекращения огня и дать возможность сформировать колонны гуманитарного коридора для того, чтобы дети, женщины и старики смогли покинуть населенные пункты. Также обращаемся к Российской Федерации дать возможность из города Днепра и Запорожья направить гуманитарные грузы, особенно состоящие из медикаментов, инсулина и тому подобное, а также продуктов питания. Спасибо.